любите ли вы театр? Любите ли вы театр так, как любил его я? Тогда идите, идите и посмотрите. Да, ну, наконец, достигли мы ворот Мадрида. Как скоро полечу я по знакомым улицам, усы прикрыв плащом, а брови шляпой. Как думаешь, узнать меня легко? Онегин, я здесь. Где его костюм? Кто его так одел? Кто тебя так оделся? Да, Дон Гуан мудрено признать. Вы понимаете, Лаврентий Павлович, дело в том, что после вчерашнего юбилея они вообще говорят, что им нужно сказать большое спасибо, что они вышли на сцену. Иди скажи, чтобы не распахивался. Чтобы уволил. Я уволил. Скажи, чтобы не распахивался. Скажите, куда ты пошел? Прогнись. Ползком. Сзади. Запахните. Таких, как он, такая бездна. Да. О, Лепорелло. Это место мне знакомо. Да. Этот вечер мудрено забыть. Что ты несешь? Знатный вышел юбилей. Вот только сухо в горле и голова болит. А нет ли ничего глотнуть? Онегин, слетай за Бутылевичем. Что? Я на работе, между прочим. Да. Почему люди не летают? Почему люди не летают так, как птицы? Но у меня на этот случай есть в запасе бутылочка бургундского. Взгляни. Что это такое? Приди ко мне в объятия, друг. Жалко, нет стакана. Ну что ж, налей мне прямо в губы. За союз. За союз Гуана с Лепорелло. Двух сыновей гармонии. Что это такое? И что? Маньякин. Маньякин, я здесь. Что за пьянка на сцене? Что за пьянка на сцене? Что я уволил? Маньякин, да. Чем хочешь? Как хочешь? Иди, забери бутылку. Забери бутылку. Как же я забыл? Как же забери? Как же забери бутылку, отсказал. Я тут забери бутылку. Куда ты пополз, дрянь такая? Ах, жажда пить! Спасите! Умираю! Кто? А! Кто был гонец из этой Пизы? Его я знаю хорошо. Он вечно жаждет. Вот она, вот она. А? Здоровья! Палыч! А, Палыч? Помнишь, я тебе говорил про трубы на собрании? Ну, что, дескать, менять нужно всю систему. Ты что дальше? Ну вот теперечи, не обижайся. Все, иди отсюда, жлоб. Правильно. Какая сушь, ни капли этим летом с небес воды не пролило. Спасибо, Господи! На медне ночью мне снился сон, что я упал в колодец, но выплыл и остался жив. Сбылось знамение. Аминь нам! Да, Господи, спасибо. Аминь тебе! Аминь! Маньякин! Я? А где Степаныч? Степаныч? Ушел, Степаныч? Если встретишь его, ага, случайно где-нибудь, ага, хорошо, ага, ты передай ему. Что? Да, Лепорелло, ты помнишь Донну Анну? Никто из нас
Ее не видел, сударь. Как мокро. Наш муж-командор скрывал ее зачем-то. Зачем, зачем? Зачем-то. Вот, кстати, дом ее там вынесли. Как кстати. Спасибо. Сюда идут. Не Донна Лили, Анна Лили. Укроемся вот здесь. Пошла. А где Донна Анна? Ребята, где Донна Анна? Я не знаю, я ее сегодня не видел. Ты как не видел у нее выход сейчас? Где Донна Анна? Время потяни. Тяни, потяни время. Иди скажи, что время потянул. Скажи, что... Ждите время. Скажи, что... Куда ты пошел, ляг? Что? Не идет никто. Видно, нам почудилось, дружище. Итак, о чем мы говорили? Да все об Донне Анне. Странную. Странную приятность я находил в ее потухшем взоре и бледных губах. Странную приятность, да, я находил, знаете. Что? Где? Где? Где там? Где Донна Анна? Я не знаю, я звонил ее не дома, она поехала в Голливуд. Зачем? Сниматься в Чапаеве. Что? А Анку играть? Чапаева. А, как это так? Да. Манякин миленький. Я не знаю. Манякин миленький, ты как хочешь? Когда хочешь? Нет. Но чтобы через минуту Донна Анна была на этой сцене, милый, давай. Куда ты пошел? Я не могу. Нагнись сзади. Это странно. Да, странную приятность я находил в ее потухшем взгляде и бледных губах. Это странно. В ее объятиях страсти огонь. И где? Я... Да нет, из Пизы. Это друг наш. Его мы знаем хорошо. Кому? Да, Ляпурелло, это вам. Прочтите вы сию пизанскую записку. О! Меня зовут по делу срочно в Пизу. А, ну, Пиза, Пиза. Я помню случай. Но вечно в ней проблемы. Так я пойду. Ступай, мой друг, ну что ж. Я здесь уж как-нибудь один. О чем я говорил? Да. Странную приятность я находил в ее потухшем взоре. Что случилось, деда Нанна? Нет, Донна Анна. Как нет, Донна Анна? В Голливуде, Донна Анна. Ха, это ничто же, что тут это в Голливуде. Хватит болтать, на. Будешь Донна Анной. Маняев, миленький, спасай. Спасай спектакль, выйди, ну, что-нибудь, хоть кем-нибудь, а? Ну, Маняев, ну, не мне, ну, меня ж каждая собака знает. Ну, пригнись, миленький, одень что, накинь на себя. Ах, как больно мне. Йо! А, наш друг, гонец, ну, что расскажешь? Как там, Пиза? Да ты глухонемой. Тогда лишь стой и лишь кивай мне в знак согласия. Скажи, придет ли Донна Анна? Придет. А скоро ли? О чем с тобой еще поговорим? Да, скажи, вот. А... Почем клубника нынче в Пизе этим летом? Да, я так и знал. Не слышал ты, гонец, что я здесь людям говорил. Да, странную приятность я находил
в ее потухшем взоре. Должен, уже иду. Чу! Слышу я шаги. Так цокает лишь Донна Анна. Ступай, гонец, ты третий лишний. Ступай, ступай. Да, и не забудь клубники мне принесть. А сам я спрячусь здесь. А вот и я, отец мой. Извините, я задержалась на молитве. Да, я вижу, вы все узнали. Я не святой монах. Я Дон Жуан, и я у ваших ног. Ну как? Спасибо большое, спасибо. Палыч, да, Палыч?